этот год выдался не яблочный, я решил сделать сок из диких яблок. Яблоки для сока я не покупаю, специально за ними не езжу, а заготавливаю обычно по дороге за грибами. Если смешать несколько видов яблок, то сок получается очень вкусный и полезный. Сок я не кипячу, а замораживаю в морозилке. Это сильно снижает трудоемкость процесса заготовки и сохраняет все полезные свойства сока. Хранится такой сок великолепно, единственное, что нужно — свободное место в морозилке. Размораживать сок я рекомендую очень медленно, поставив его в холодильник. Тогда сохраняются все витамины и полезные свойства. Спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом всем удачи и пока. Пока-пока.